Всем привет, ребята, меня зовут Саша, вы на канале Рыбка Плей. И сегодня мы с вами потратим еще одно стар-печенье. Наконец-то насобирал на него, так, поехали. Итак, ребятки, сегодня у меня есть еще одно стар-печенье, которое я очень хочу потратить, потому что собирать на них очень долго, а когда собираешь, то радость приполняет, поэтому нужно срочно потратить, чтобы наш улик становился все более крутым. И добыча пыльцы у нас облегчалась и становилась более продуктивной. Так, вот они, 1049 дигитов, которые я собрал на данный момент. И мы сейчас, ребята, с вами потратим их и купим стар-печеньку. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в наш Дискорд, чтобы вместе играть, сделать различные интересные видео вместе со мной. Вот, поэтому всех жду, добавляйтесь. Так, ребятки, отправляемся в наш магазинчик за тикеты. Здесь у нас, как обычно, да, ничего не изменилось пока что. Обновлений обещанных пока что никто не сделал. Хотя уже середина июля. Итак, берем с вами за 1000 тикетов наше стар-печенье. Я сейчас вам немножко объясню, почему я это так сделаю. В принципе, тут на самом деле все логично и понятно. Вот, мне осталось одарить 29 одаренных пчел. Осталось одарить еще одну, чтобы получить амулет там, да, звезды, за 30 пчел. Он стоит 1 миллиард меда, как раз он у меня есть. Вот, поэтому амулетик мы обязательно с вами получим. А сейчас я хочу потратить не на вот этого карпентера, который я буду получить последний. То есть у меня уже все есть пчелы, видите, да? Весь списочек со звездочками, за исключением вот этого карпентера и за исключением мификов. Ну, пчелы, которые у нас называются ивентовые, они, в принципе, только отариваются через стар-печенье, потому что у них нет каких-то любимых звездоресурсов, которыми их можно одарить, но я, по крайней мере, ни разу не видел. Вот. Если же их можно одарить каким-то другим способом, ребята, можете написать в комментарии, я буду знать. Вот. А я хочу сегодня одарить пчелу из вот этого списка. Вот. Как вы думаете, какую, ребята? Нет, это будет не Висиус, и не Таби, и даже не Фотон. Это будет, ребята, вот Кобальт. Почему? Объясняю. Я хочу собирать и планирую именно когда улучшать пули в сторону синей пыльцы. То есть вот этих всех пчел я со временем буду убирать, это произойдет в ближайшее время. Вот. А кобальт нам одаренный дает плюс 10% к Instant Blue Conversion. То есть 10% синей пыльцы у нас в принципе перерабатывается сразу в мед. Это очень круто, это способствует тому, что мы можем как можно дольше находиться на поле, и при этом не нужно бегать туда-сюда, сдавать пыльцу, а мы сразу перерабатываем вот сюда. В мед. Не вот сюда в пыльцу, а вот сюда в мед. Так, ребятки, я надеюсь, что вы поняли мою логику, зачем я это делаю. И давайте сейчас с вами, ребята, потратим нашу стар-печеньку. Так, где она? Вот она, стар-печенька. Вот она, Кобальт Би, наша синенькая. И, ребятки, мы сейчас с вами ее одарим. Да. Отлично, ивент Блю, то есть это у нас голубая синяя пчела, и она у нас становится одаренной. И теперь, ребята, у нас добавляется плюс 10% Instant Blue Conversion за счет того, что мы эту пчелку одарили. Так, проверяем, все ли у нас получилось. Да, звездочка появилась. Это очень круто. И давайте с вами посмотрим здесь, какие у нас показатели. Именно меня интересует Instant Blue Conversion 33%. То есть, ребята, даже если мы будем просто фармить, да, без каких-то иксов, которые мы получаем с храма ветра, да, может заразогнать до x8 поле и его конверсию, конвертацию. Вот. Мы будем иметь в любом случае 33% конвертации синей пыльцы. То есть, собрав 12 миллионов, 4 плюсом у нас еще придет вот сюда. То есть, понимаете, да?
Вот, это будет как бы уже получше для нас. Плюс в ближайшее время мы с вами все-таки будем улучшать улей, и у нас придут мифики. И я очень надеюсь, что мы с вами в ближайшее время собираем. Я уже практически собирал на масочку Diamond. Вот здесь мне нужно 3 яйца еще. В крайнем случае, мы докупим. Также у меня уже есть 250 синих экстрактов. И 3266, 34 глиттера осталось получить. Но у меня сейчас они в блендере, там в районе 40 штук, как раз таки парятся. Поэтому 153 масла уже у нас есть. Поэтому, ребятки, в ближайшее время у нас будет Diamond маска. Это очень круто. Я вообще очень рад, что у меня появится один из топовых предметов. Пока что, как видите, у меня нет, да? Ну, за исключением этих наплечников красного и синего, которые быстро и легко получаются. Вот такое, ребята, видео у нас получилось сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наш Discord. Обязательно будем с вами дружить, играть вместе. Я всех жду. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Feeling hot.